британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за Мерседес, выиграл гран-при на домашней трассе в Сильверстоуне. Хэмилтон в пятый раз победил на домашнем гран-при. Эта победа поставила его в один ряд с такими великими гонщиками, как Джимми Кларк и Ален Прост. Большего числа побед в Сильверстоуне не одерживал никто. Я не мог себе представить, что имя Хэмилтона появится однажды среди этих звездных имен. Я действительно горжусь. И мне хочется поблагодарить за поддержку мою семью и моего отца. Вторым мог финишировать Кими Райконен, который большую часть гонки провел на второй позиции, за исключением небольшого отрезка в середине гонки. Однако в конце Райконен получил прокол, вследствие чего совершил еще один пит-стоп и пропустил на второе место Боттаса. Следующий этап Гран-при Формулы-1 пройдет в Венгрии с 28 по 30 июля. В личном зачете после 9 этапов чемпионата мира Феттель опережает Хэмилтона на 20 очков. 171 против 151. Тройку лидеров со 136 баллами замыкает Боттас, выигравший в нынешнем сезоне 2 гран-при в России и Австрии. На четвертом месте Рикардо, 107 очков. На пятом Райконен. На его счету 83 балла. Льюис Хэмилтон является трехкратным чемпионом мира 2008, 2014 и 2015 годов. Он считается одним из лучших гонщиков настоящего времени. На Уимблдоне фаната пригласили сыграть в теннис в форме одной из спортсменок из-за того, что он выкрикивал теннисисткам советы с трибуны. В одном из матчей теннисного турнира Уимблдон, который завершился в Лондоне, бельгийская спортсменка Ким Клейстерс предложила мужчине выйти на корт вместо нее после того, как он со своей трибуны сделал ей несколько подсказок о том, как нужно играть. Клейстерс не только отдала ему ракетку, но и вручила крикуну запасные шорты, чтобы фанат выглядел соответствующе. Другим спортсменкам пришлось помочь мужчине в надевании экипировки, потому что она немного не подошла по размеру. Фанат неудачно отбил пару подач и сделал совместное фото с теннисистками. После он обратился к ним в Твиттере и поблагодарил их за возможность сыграть на турнире. Спасибо за ваше добродушие. Вы сделали меня настоящим героем перед моими тремя дочерьми. Написал мужчина. Уимблдон проходил с 3 по 16 июля 2017 года. 15 июля победительницей турнира стала испанская теннисистка Гарбини Мугуруса, обыгравшая американку Винус Уильямс в финале. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в рекордный 19-й раз стал чемпионом турнира в серии «Большого шлема» и в 8-й раз победителем Уимблдона, пишет Tennis.com. В решающем поединке он обыграл хорвата Марина Чилича. В этом году Роджер завоевал уже 5 титулов, выиграв оба турнира «Большого шлема» и оба «Мастерса», в которых принимал участие, а также победив в Гале. Швейцарец прокомментировал свои выступления в нынешнем сезоне. «Честно говоря, я сам очень сильно удивлен тому, как складывается этот сезон. Я очень хорошо себя чувствую. На кортах все складывается отлично. Я здорово справляюсь с тяжелыми ситуациями, повышая уровень своей игры в нужные моменты. Я понимал, наверняка еще смогу здорово играть, но не думал, что настолько». Федерер завоевал 19-й мейджор в карьере и стал первым игроком, которому удалось выиграть Уимблдон 8 раз. При этом маэстро за турнир не отдал ни сета, повторив свой успех времен Australian Open 2007. В 35 лет Роджер стал самым возрастным чемпионом травяного шлема в истории. Швейцарец в первом сезоне завоевал 5 титулов и одержал 12-ю победу к ряду на зеленом покрытии. Благодаря лондонскому успеху он станет третьей ракеткой мира и гарантированно отправится на итоговый турнир. За победу на Уимблдоне Федерер получит 2,5 миллиона евро призовых и 2000 очков. Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего вратаря Сатан Юнайтед Уэйна Шоу в том, что он нарушил сразу два правила организации, о чем сообщила на официальном сайте. Во-первых, он намеренно повлиял на рынок ставок во время матча с Арсеналом. Во-вторых, поставил под угрозу репутацию игры. Причиной такого заявления стало то, что Шоу съел пирог во время матча. В ассоциации полагают, что он сделал это умышленно, чтобы момент попал в телевизионную трансляцию. Дело в том, что накануне матча одна из букмекерских контор начала принимать ставки с названием «Попадет ли Уэйн Шоу в телевизионную трансляцию матча во время поедания пирога». По данным ассоциации, Шоу узнал о появлении такой ставки и рассказал об этом друзьям, которые в итоге поставили деньги. В свою защиту спортсмен сказал следующее. «Перед игрой несколько парней спросили у меня, что я думаю по этому поводу. Я ответил, ничего не ел в течение дня, так что это может произойти. Я думаю, только несколько друзей и фанатов сделали такую ставку, чтобы подшутить надо мной», сказал Шоу. Однако в ассоциации и руководстве команды к происшествию отнеслись крайне серьезно. Сатан Юнайтед расторг контракт с Шоу. Также ему грозит дисквалификация и денежный штраф. В феврале клуб 5-го английского дивизиона Сатан Юнайтед прославился после игры с Арсеналом. Команда привлекла внимание не только массивным 45-летним голкипером, но и бедственным финансовым положением, устаревшим стадионом и некачественным газоном.